Здесь все с гаража повыносили. Ой, батюшки мои. Батюшки мои. Первый день рождения. Здесь что-то тяжеленькое. Made in France. По-моему, даже и год пишут, или это мне показалось. Это вот набор Арка Рок. Чипсы для тортика. Ну, вот тут Silver Plate. И еще что-то пишут. Открыла я коробку. А здесь какая красота. Вот она большая. И вот такая. Сейчас покажу, что здесь написано. Queen Anne. Сделано в Англии. Короче, с Букингемского дворца украли. Унесли несуны. Я не буду разматывать. Здесь очень симпатичные креманки. По-моему, 6 штук. Это тоже не буду доставать. Очень большое блюдо. Вот он. Sunbeam Food Processor. А здесь, ну, я боюсь это трогать. Огромная коробка. Видите, она годами стояла в гараже. И страшно к чему-то прикоснуться, он не вытаскивается. Понятно, что это такое. Вот. Написано Триса Fine Porcelain Dinaset 36 pieces. И выглядит вот так. Вытащила одну тарелку. Новый набор простоял годами у людей и в итоге оказался на улице. Тут еще одна коробка спряталась. Ой. Сколько ж лет? Там в газете все замотано. Сколько лет это простояло? Сейчас посмотрим. На газете пишут 2005 год. Сейчас 24-й. Я не буду
Ага, смотрите, Made in Finland. Какие красивые, форма красивая. Вот эти фужеры я возьму с собой. Их здесь 6 штук. Возможно, они коллекционные, очень красивые. А еще здесь были вот эти две хрустальные вазочки. Так что вот это я все возьму с собой. И только сейчас обратила внимание, вот это вот деревянный стол новый. Тоже выставили. Сколько? 7 кг. Но это для улицы. Twin Shock Micro Racing Wheel for Xbox. Открывашка для банок. А это народное творчество. Я забыла, как называется. Это все ручная работа. И рисуют на... Хотела сказать, на небесах. На островах. Развернула. Это, знаете, сколько? Сейчас я вам скажу. Раз, два... 3 метра, наверное, длиной. Здесь корона. Тонга. Вот видите. Ну, весь я его не буду разворачивать. Вчера на стриме в ТикТоке я сказала, что очень редко попадаются винтажные куклы. Но вот видите, как вчера сказала, а сегодня попалась. Какая хорошенькая. Ой, а вон рукавичка. И одежда связанная. А мы разговаривали с одним парнем. У них... Ух ты, видишь. Он сказал, что у них огромная коллекция кукол. Вот это вот, по-моему, немецкая. Это как с моего детства, ребят. Вот это вот. Девчонки. Вот она. Сёрфбот. А это кукольная, тоже вязаная. Здесь. Одежка. Так, вот это. Здесь одежка, а здесь ножка. Это все. Сумочка. Обувь. Платье. И вот это мягкое. Это что такое? По-моему, тут и сапожки где-то должны быть. Вот это да. А здесь вязаная одежда. Пинетки. Миниатюрные.
сожалению, один найти не могу. А открыла вот этот пакетик. Вся новая одежда вязаная. Платьишко. Безрукавка. Еще платьица. Чепчик. Трусики. Вот они, пинеточки. Девчонки, вот чтобы это связать, сколько это времени понадобится? Знаете что? Вот это вот я возьму с собой. Здесь лего. Здесь три коробки с кубками. Очень красивые. Но они там так задвинуты, я их не буду доставать. Когда нахожу такое, вы знаете, мне очень жалко, потому что люди, это целая жизнь. Вот это вот что-то тоже. Ух ты ж, красота какая. Видите? Здесь коробка. Здесь еще одна коробка. Вот. Трофеи здесь тоже. Все аккуратненько замотано. Здесь коробка. Здесь новые полусапожки на платформе. Тут куски нового материала, манекен София. Мурановое стекло, винтажная ваза. В нее землю насыпали. Вазочка хрустальная. Это подсвечник. Пепельница хрустальная. И ой, какая нежная ваза. Арте Мурано Сильвестри Кристалл Итали. Ой, какая хорошенькая. Что? Бумажка внутри. С ангелочком. Вот эту вазу я заберу с собой. Груша, стол с диванчиком, шелта. А это был не мой чемоданчик. Я даже не знаю, что это такое. Ну, с ручками. Ну, не чемоданчик. Пальму выставили, но здесь очень красивый горшок, огромный. Свис пола. Какой чемоданчик хороший. Колеса на месте.
Но вручную кладь можно 7 килограмм взять. А сам чемодан почти что 5. Эй, жар, птица. Как похоже. А что тут такое старенькое? По-моему, даже под дождем побывало. Старинные нитки. Ну-ка, это не серебряная случайно. Де Патима. Непонятно. Ух, иголка какая большая. Ой. Джефф Бэнкс. Надо посмотреть, стоит что-нибудь они. Не стоит. Это уже современные. Ой. Ага. Спиксейверс. О. Клоя. Рамка от Клоя. Веер. Чего тут только нет? Ничего нет. Ага. Это винтажные старинные пуговки. Кулечек. Их довольно много здесь. Ох, вот это очень красивая. Как малахит. А этих я нашла 4 штучки. Они все переливаются, как... Я не знаю, там похоже на опал. Опал-хопал, накурился и пропал. Это сушилка для вещей. Ну, а вот и наши бокалы. Нашла я их на интернете. Это фирма... И Итала в Америке продают за $145. Там тоже 6 штук, и у меня 6 штук. Дорогие мои зрители, ну а сейчас у меня будет к вам огромная просьба. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это поможет развитию канала. А с вами была Элла Австралия, и мы увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие, пока!